поэтому мы едем. Так. Мне кажется, будет картинка получше. Так, ну что, всем привет, дорогие друзья. Сегодня у меня будет новенькое видео на моем канале. И сегодня мы будем кататься на питбайке по замерзшей речке. Оба, хорошо, смотрите. Так, короче, вот мой питбайк. Сейчас я вот нахожусь под мостом, можно сказать. Вот я сейчас проехался. И сегодня я хочу немножко прокатиться по речке. Поэтому давайте наберем максимальный актив, максимальное количество лайков, просмотров. Сейчас я, короче, поеду. Посмотрим, как он будет ехать по речке. Надеюсь, что у меня GoPro сейчас выдержит мороз. Потому что сегодня у нас опять холодно. Я думал, что будет немного потеплее. О, кстати, вот тут лед, смотрите. Ну-ка. Смотрите. Я даже газу не даю. Так, ну все. Я думаю, надо ехать. Посоветовать вот этот вот канал MotoDrive. Этот человек снимает довольно-таки много видео и довольно-таки часто, поэтому ссылочка будет на него в описании. Кстати, снимает он сейчас Pro Duo в основном, также у него спидбайк, но Pro Duo, я думаю, вам будет интересно, поэтому реально зайдите. Вот у него вышло последнее видео покатушка на Duo, то есть он катается зимой там по снегу, дрифт, все это у него есть, поэтому ссылочка будет в описании. Заходим, подписываемся. Кстати, спидбайк у него тоже Regal Moto, но у него 125-ка. Короче, тоже крутой, поэтому все. Немного прокатился, конечно, зацепа маловато, то есть когда едешь, иногда он даже не цепляется, то есть он буксует, но едет. А когда появляется зацеп, чувствуется, что он прям, ну, начинает развивать скорость, и иногда вот бывает, что начинает еще вилять. Ну, в принципе, напишите в комментариях, как он вообще, он проезжает. Тут вот немного капает снег, который растаял, ну, то есть вода. Сейчас, кстати, на счетчике моточасов 4,6 моточаса. Где-то на 10 я буду менять уже масло опять. Вот так вот примерно, чтобы, возможно, еще отсюда приливать. Потому что под мостом, я не знаю, получилось нормально или нет. Но вот тут я думаю, что
вообще нормально. Кстати, пишите в комментариях, как вам ракурс съемки. Потому что предыдущее видео, да. Смотрите, вот тут что-то немного почищенная площадка. А это уже дрифт. Нифига тут, смотрите. Ой-ой-ой. Там еще лунка какая-то. Кто-то, короче, еще на каком-то либо мотоцикле, ну, скорее всего, на мотоцикле, тоже пытался, как я, проехать, ну, покататься, потому что следы вот тоже есть, такие хорошие, примерно, наверное, как у меня, может, спидбайк даже, вот. Прибежит все. Так, а что у нас тут? Глушитель у нас немного кипит. Пишите, кстати, в комментариях, что мне снимать спидбайком еще. Потому что хочется узнать, чего вы хотите, чтобы я снимал. А так, в основном, вот я буду по катушке все снимать. Чуть не заглох. Это я сейчас, получается, на третьей скорости был. Так, немного снега поналетало. Так. Еще питбайк немного, когда на скорость едешь, подзамерзает. Я заметил. И сейчас, кстати, по своему же следу, когда еду, иногда попадаю. Получается, как в колею. И меня начинает либо нести, либо я начинаю типа падать. Это, конечно, плохо, поэтому лучше, чтобы снежок немного подставил еще, чтобы не был таким глубоким. А то создаются колеи всякие, и я не могу нормально ехать, то есть даже по своему следу. Это как колея себе. Ну, давай на второй поехали. Снег летит.
почувствовал. Ну-ка. Видимо, за пяток зацепился. Ой-ой-ой. Не скинул передачу. Я прям почувствовал сейчас, как зацеп появился, и у меня прям фидбайк попер. Так, сейчас была проверка GoPro, разрядилась или нет. Еще пока нет. Поэтому мы едем. Да, конечно, в таких случаях лучше не останавливаться. Потому что теперь мне опять надо скорость как-то набирать. Так. Но я буду на второй так ехать. Опа. Трамплин. Ну и все, и тут начинается колея всякая. Так, ну-ка. Я хотел опять под мост приехать. Там на льду постоять. Под мостом. Ну-ка. А давайте сейчас попробуем вот так вот сделать. Это как в ТикТоке. Все, и он сам едет. Ой-ой-ой. Все. Я думаю, хватит. Ну что, я думаю, на этом мы будем заканчивать это видео. Надеюсь, что оно вам понравилось. Что вы там подписались, поставили лайки. Короче, все сделали, как всегда, по красоте. И я буду вас дальше радовать новыми видосами. Также пишите про ракурс съемки, нормально или нет. Или как-то выше, или больше сделать угол. Потому что еще есть супер ширик, так сказать, на GoPro. Возможно, на нем буду снимать, потому что, мне кажется, будет картинка получше с ним. Но пока что как-то так. Проверяю вообще ракурсы. Следующее, скорее всего, будет еще больше с углом обзора, чтобы вы вообще полностью видели все и, короче, кайфовали тоже. Вот. Ну а я буду заканчивать на этом видео. Всем спасибо за просмотр и всем удачи, и всем пока.